Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Грибной канал, Грибные войска Белоруссии. 30 октября 2022 года. От Цеда, Беларусь. Будем искать рыжики в посадках. Очень красивые, колоритные посадки. Гриба очень много. Будет интересно, смотрите. Каждую неделю мы на связи. Каждую неделю. Мы даже зимой будем на связи. Много гриба у нас круглый год. Грибы. Беларусь — это обильная, богатая страна на грибы. Мама дорогая. Нам бы сейчас найти такую же полянку рыжика. Ух! Мама, не хочу. Так. А вот и рыжик. А вот он, родной рыжичек. Мама дорогая. Он еще рыжик. Смотрите, смотрите. Неужели мы сейчас найдем мега-массу гриба-рыжика? А вот еще рыжики. Вот рыжик. Вот рыжичек. Ох, это меня радует. Радует. Рыжики очень вкусные грибы при засолке. Ох, чистенькие. При засолке очень вкусные грибы. И главное, что интересно, их можно постоянно долаживать, засаливать. То есть, если вы насобирали 10 рыжиков, на следующий день можно туда еще положить еще 10 рыжиков. Ну, а если уже мега-сбор, то, конечно, да. Да, здесь рядовок немерено. Вот столько бы рыжиков, а? Все, и найти бы такое местечко. Вот они прячутся такие. Опа, а вот здесь уже кто-то до нас собрал. Свежий срез, кстати. Вот еще. И чистые. Смотрите, крупные, но вполне чистые. Очень богатые места, я вам скажу. Очень богатые. Весьма. Гриба здесь осеннего просто невидимо. Под ногами ломится. Сейчас будем все искать. Я очень рад, что мы сегодня здесь. Вон, поляны на полянах. Здесь просто листья. Так, ну вот, их же тут мыльный рядовок. Невидимо. Китайцы рядом не стояли. Везде они. Блин, а где рыжики? Рыжики где? Грибов вообще. Вон, вообще. Вот тут по бугоркам рыжик уже найти сложно. Это не рыжик. Это масленок. Но ему уже хана. По бугоркам здесь бесполезно ходить. Еще здесь миллион бугорков. Вот какими кучами тут растут рядовки. Так, ну все, будем домой ехать. Рыжиков штук 10 нашли. Это, как говорится, не результат. Но зато погуляли. Погуляли очень хорошо. Ну, видели, сколько много гриба было в лесу? Рядовок вообще, видимо-невидимо. Там косой косин, натурально. Там очень много, очень. Честно говорю, вот так вот. Все сердце, как говорится, трепещало. Ну все, до следующих встреч. На следующей неделе. Грибные войска Беларуси. До свидания.